Урал столкнул в реку машину с семьей. Трагедия произошла накануне в Ленском районе. При заезде на мост у большегруза отказали тормоза, и он на полном ходу протаранил внедорожник. Проломив ограждение, автомобиль рухнул в реку. В джипе находилось 5 человек. Сообщается, что удалось выжить только водителю, молодому человеку 88-го года рождения. С серьезной травмой головы он доставлен в палату реанимации. Травмы доставлены в Ленскую центральную больницу. В 600 метрах от места происшествия, ниже по течению реки, было обнаружено тело еще одной пострадавшей женщины, 56-летней женщины. По предварительным данным, в салоне автомобиля находились еще 3 пассажиров, один из которых годовалый ребенок, поиски которых ведутся в данное время. На место трагедии вылетела группа водолазов из города Якутска.